Итак, создатель эфириума Виталик Бутерин и представители Илона Маска публично поддержали Dogecoin. Они стали советниками Dogecoin Foundation. Разработчики Dogecoin сообщили о возобновлении деятельности некоммерческой организации Dogecoin Foundation, которая нацелена на развитие экосистемы данной тем криптовалюты. В числе советников Dogecoin Foundation вошли создатели эфириум Виталик Бутерин, давний соратник Илона Маска и глава его семейного офиса Джаред Битчрелл, один из создателей Dogecoin Билл Маркус и разработчик Марк Келлер. Dogecoin планирует ускорить разработку за счет найма новых сотрудников на постоянной занятости. Должность защиту бренда и логотипа Dogecoin представить новый проект для экосистемы Dogecoin. Мы считаем, что Dogecoin заслуживает внимания команды постоянных участников, которые могут помочь нести бремя этих более приземленных задач, поддерживая проект Dogecoin. Фонд готовил бюджет и получил выражение заинтересованности отряда людей, которые могут внести свой вклад. Мы стремимся создать группу ежегодных спонсоров, которые могут покрыть деятельность фонда, и небольшую команду разработчиков. Наша первоначальная цель – обеспечить трехлетний бюджет, чтобы мы могли набрать минимум сотрудников для улучшения Dogecoin на полную ставку. Не беспокойся о сохранности работы. Dogecoin Foundation. С начала 2021 года курс Dogecoin вырос на 7150%, ни хера себе. В начале мая курс монеты установил исторический максимум на отметке 0,73 цента. При этом рост составил 18150%. Ничего себе. Сегодня курс составляет 0,3 доллара, а рыночная капитализация составляет 39 миллиардов долларов. Судя по всему, дорогие мои, Илон Маск не балабол, и у этой валюты будет большое будущее. Так что монета, которая называлась мемом, скорее всего, должна взорваться. Медленно, но взорвется.